Всем привет! Вы на канале Мими Лол, и сегодня у меня видео «Вечер с басиками». Давайте начнем. А перед началом подписываемся и ставим лайки. А я начну. Мои басики просто играли в игрушки. Некоторые в машинки. Некоторые принцесс. А некоторые просто снимали, как я. Сейчас я вас немного познакомлю с моими котиками. Я сначала познакомлю вас с мальчишками. Вот смотрите, это Басик. Он родился у меня в 2017 году. На 31 декабря, когда мне его Дед Мороз подарил. Да, Бась? У него такая красная большая машинка. У него здесь открываются дверки. Они вот так могут. И Басик думает, что это крылья, он вот так летает. Да, это вот что за линейка. А линейка у нас это дорога. Друга. А вот у меня Миша, он в 2018 родился. Мне его купили в Европе, и он 30, я не знаю каков. Мне его купили числа, я не помню уже. Тут здесь у нас бак, да, как бы зарядить, да, машину. Ага, это у нас станция зарядки. Ну, маленькая машинка, тоже красненькая. В нем амулетик есть такой. Дальше у нас идут девчонки. Представляю вам девчонку Лулу. Это у меня девочка Лулу. Она родилась в 2018 году в марте. А мой Миша, он родился в июле. Да. Это у меня девочка. Она у меня белая девочка единственная. Потому что Лулу очень сложно найти. Потому что это девочка, а Басики это мальчики. Так что, вот так. Мне сегодня купили из другой коллекции, ну, создатель басиков. Я считаю, это басик сестренки. Это Тифи у меня. У него мерцающие глазки. Это девочка. Платочек у нее такой есть. И я сделала такой ошейник ей. Тут бусинок много. Сейчас вот они куда-то укатили. Короче, они у нас тут играют. Принцесса, да? Как они называются? Лу такое название придумала. Принцесса Блестяшка и принцесса Неоска. Да. Не извиняюсь, потому что Лулу у нас все не могут говорить еще букву Р, там многие буквы. Так что это, ну, неправильно, просто я их не учила еще. Здесь у них украшения очень красивые. Сейчас я переверну вам. Эти, вот она. Фиксируйся. Не хочешь фиксироваться? А здесь у меня коробки басиков от большого и от маленького. Это спальня Тифоньки. Да. Сейчас я немного расскажу характеры моих басиков. Кстати, что у нас за телек, почему у нас идет? Мы смотрим Супер Крошек, да? И ждем Гамбола, когда он начнется. Все так ждут. Характеры Лулу, они у нее... Ну, немного злопамятный человек, что он один раз нагадил. Где я нагадил? Да шутка. Она у нас не злопамятная, она у нас добрая, честная и любящая, да? Угу. А Тифонька у нас щедрая, милая и очень слабая, потому что он котенок еще. Мне жалко. Я не отдаю его в гости. А вот Басика я могу отдать. У Басика характеры боевые и смелые. И он немного боится пауков. Где пауки? И сороконожек. Я помню, как мы видели сороконожку одну. И он испугался. Неправда. Ну ладно. У нас насекомых немного боится. И Миша. Миша у нас тоже, он сильный, но у него немного слабости есть, да, Миша? Но он миленький и храбренький тоже, да? Угу. Кстати, мы вот сидим сейчас в зале. Вот, кресло. Тут мои всёки. Короче, мы в зале сидим. С телеком. С цветочком. У Басика тут прописи есть. Я ему хочу прописать, но он что-то не пишет. И вам кое-что еще покажу. Я сделаю ему тут дневник.
И тут раскраски у нас. Да. Здесь у нас есть такой песок, который пахнет, и он очень прилипает. Реально, это сквиши, что ли, я не знаю, песок какой-то. Он пахнет. Да, очень пахнет вкусно. Мне нравится. Сейчас где-то 8 или 9 часов вечера. Мы сидим тут на столике, играемся. Мы собираем пазлы, также животных. Тут у нас этих пазлов 100 миллиардов или просто 100. Ну не 100, потому что не вот так. Не вот так вот, а вот так вот. Так что 1 000 000 пазлов я так собираю, не бойтесь. Я собираю быстро части. И сейчас я подсажу всех басиков, и вы посмотрите их немного. Я дам минутку одну, чтобы вы посмотрели на них. Я их посажу по порядку, как они эти должны сидеть. Так. И так. Рассматривайте моих басиков. Напишите в комментариях, кто вам больше понравился. И не обращайтесь на птиц, потому что у нас нападение ласточек какое-то произошло.